Ну, он, братан, как доверяет, так и через 5 минут не доверяет. Да? Я, да. Вот сейчас, ребят, а Яврик сам подходил к Аркашке, ну, позови его. А Яврик, иди ко мне, иди, молодец, а Яврик, хороший. Дай ему руку вытягивай, чтобы... А Яврик, а Яврик, а Яврик. Ой, ага. Все борются за... За место. Любовь. Да тише ты. Все мои, все, да, все хорошие. Мои многодетный папа. Аркаша, это что такое? Молодец. Ой, блин, молодец, Аркаш. Все, Аркаш, теперь ты будешь в комментариях популярен. Молодец. Смотри, все уже. Молодец. Уже дал. Ну, он уже чувствует, ты спокойно. Пусть он сейчас кофту чуть погрызет. Ты. Молодец. Гладь, гладь его, да. Молодец. Уверенно, да. Молодец, хороший. Сейчас маленький звук какой-то будет, а я говорю, тюн, пулю убежишь. Хороший, хороший. Молодец. Умница. Вот шерстка видно, как будто... И чистая, да, да, у него? Да. Видишь, чистая, не грязная. Да, она у него реально. Ну, не такая. Сальная, короче. Да, да, не сальная. А скажи, его приятно гладить, ну, она да, вот реально. У него шерстка хорошая. Блин, чуть поленял. Молодец, ой. Молодец, ты. Сможешь его поцеловать за морду? Да. Давай. Смотри. Сейчас. А я вроде. Сейчас посмотрим, Аркаша сможет его поцеловать? Да тише, вот эти, Валка, а я, иди ко мне, иди. Это что, ты опять фигню взяла? Видали, Аркаша красавчик, герой. Муса. Аркашка герой, все, сейчас Аврика тебе не отстанет. Он уже опять тебе мылится. Иди, Аврик, иди, иди, мой хороший. А я чё? Ну тихо вы, бомбардиры. Бомбардиры. Я чё, молись. Я чё, молись. Молодец, иди, ба, целуемся. А Аврик добрый, ребят, видите какой. Просто он осторожный, да, молись? Да эти... Да эти понятно с ним. Добрый, добрый. Вот ты не горло. А я хороший. Подружились мы с тобой, да? Багира, я знаю, ты самая любвеобильная, но надо чуть-чуть иметь стоп. Чего я? Давай, иди сюда, вот так. Давай. Все, короче, у Киары новый жених, Аркаша. Всех вытеснила, да. Как обычно. Самая любвеобильная моя собака. Ну, совзади постараюсь. А так, молодец. Яра залижет, блин. Да, сразу. Все, молодец, молодец. Все. Ну, у вас нафиг, да? Ну, у вас нафиг. Давайте отставайте. Залижите, оближите, блин. Уже и купаться не надо. Да. Муса, Муса, Муса. Нельзя. Муса. Такие видео. Ты, Киара, Муса. Такого нет нигде, да? Так, сегодня вечером, Аркаш, будем знакомить щенка. Давай. Волчонка, давай. Хорошо. Брат с сестрой лежат так. Лапа. А пока включу вот эти. Ну что, друзья, приятного аппетита. У меня тут вот такая вот копченая курица. Это редко, конечно, но когда экстренно помогает, спасает. Посмотрите на этих дурных, я говорю, нельзя, не будет на себе. Кими вообще все равно. Кими наглешь, вообще ничего не будет. Ты не попутала? Нет, нет. Тихо, ну что вы уже свалили все, а? Нельзя. Нельзя, уйди. Он все перемыл здесь, тут, здесь.
это отпустил сейчас. Там вольеры помыл, здесь вот доски, туалет даже помыл. Мои осы даже молодцы. Меня не тронули. Нельзя. Кот! Кот, сюда иди! Да дурак ты, ёпт. Я чуть не порвалился в говно. Сейчас я бы тебя достал. А ну иди отсюда, да. Дуралей, а. Фух. Чё деловые, отдыхаем, да? Мы уже в шортиках, ребят. Все перемыли, отдыхаем. Вечером у нас съемки с волчонком, знакомство с бандой. Да ёб, ну что вы. Я вас хотел снять, они здесь так красиво играли. Сейчас у нас. Ой, собачки мои, когда я с вами займусь нормально. Ну ничего. Это с тройком, ройком. Гулять надо с вами, ёлки, социализировать, команды учить, малышню вот эту. Ну ничего, сейчас Клодика отправим и начнем заниматься уже. Волчонком, Кимми, да всеми будем заниматься. Молодцы. Вот так вот, ребят, делаем временные столбы. Вот эту часть я у соседа выкупил. Так что вперед. Смотрите, какая красота у нас. Классно. Офигеть. Теперь на меня посмотрите. Классно. Вот, ребят, целая территория получится. И будет супер. Вот, видите, ребят? А ну, Аркаш, отойди влево сюда, да? Вот, видите? Какая территория у нас будет. Киара взяла вон этот пуллер, ходит дразнит все. А вот как Киара меня любит. Смотри. По-моему, всех любит. Мужской пол. О, Киара, Киара, сколько у тебя уже мужей было, а? Вот и Яврик. Зубы чистит. Чистит, да? Да, белый, смотри. Все, значит, Аркаш, вперед. А я иди. О, сегодня тебя будем знакомить, братишка мой. Да, Маш, наконец-то. Наконец-то ты будешь не один, мой сладкий, мой. Умничка. Все, Киара, ладно, молодец. Да, да, все, сейчас лапу поставь. Я же сказал лапу поставить. Молодец. Сегодня ты жених у нас. Жених, папа и жених в одном лице будешь. Воспитаешь под себя. Или она тебя. Все, друзья, все, показать, как Спайк ластится? Позови его. Спайк. Иди. Позови его. Так, на грудь сделайте. Спайк, Спайк. Не, он что-то нести пошел. Он не может, смотрите. Сейчас что, ищет, не может найти. Позови его. Спайк, иди ко мне, Спайк. И на грузе. Спайк. Нет. Ай, молодец. В этом мире я тебя никому не отдам. Да, можешь. Вот зато кому похеру, может ластаться целыми днями. Это точно. А ну-ка, включим наш свет. О. Спасибо папе за свет. А я. Будь здоров. Иди, мой хороший. Все, так его тронет, он испугается. Смотри. Носит. Красавец, колбок отдыхает, лапка у него проходит уже.
Кабанчики, реально кабанчики. Как я люблю, когда щенки, Аркаш. Нельзя. Как я люблю, когда вот щенки такие кабанчики. Да? Вот пиме. Довольный, счастливый. Да, малыш, красавчик. Поломите. Ай, молодец. Босс. Молодец. Спак, он хитрый, он типа лезет в каркашки, а сам в пакет лезет. Все, Спайк, ты грубиян, братан. Да, ты грубо все делаешь. Он колобок нервничает уже. Да, ты красавчик, Спайк, Все, Спайк. Так, мы решили с Аркашкой время зря не терять. Пойдем в волейбол полчаса поиграем, чтобы солнце чуть село и съемку красиво сделать. А ну тихо, вот с подписчиками прямой эфир ведем. Тихо. Ребят, потом увидите. Супер вообще, блин.